Программа «Третий тайм» продолжает колесить по всей стране в поисках новых интересных встреч с юными украинскими спортсменами. В каких только уголках Латвии, в спортивных центрах, школах, гостиницах и комплексах не услышишь сегодня украинскую речь. Мила, Маричка дивиться, что делают другие. И сейчас выбор места в середине зоны, без перемещения. И сейчас ходим по колу. Прийом, взяла свій м'яч, пішла на подачу. Ти подала, пішла в чергу за Веронікою. Так, як ми китки починали. Поки розімнемося зараз. На этот раз мы оказались в спортивном центре Сейского края, который находится в помещении основной школы. Это практически рядом с Мурине, где с недавних пор обосновалась волейбольная команда спортивной академии «Прометей». Это полтора десятка волейболисток, в основном 2008 года рождения, с двумя тренерами, которые, если бы не война в Украине, проводили свои занятия сейчас у себя дома, в городе Каменское, что в Днепропетровской области. Но так случилось, что прятаться все время в подвалах было невозможно уже. Вот почему транзитом через Львов еще пару недель назад целая команда оказалась в Латвии. Тренер Академии «Прометей» Анастасия Котляренко рассказывает, каким был путь ее подопечных в нашу страну, какие условия им предоставила местная администрация, как проходит учеба юных спортсменок и тренировки. Девочки с разных городов, какие города Украины они представляют? Откуда? Николаев, Черниговская область, девчонки из Прилук, Киев, Днепр, Запорожье, вот, Каменец-Подольский, если бы Одесса. Если бы сегодня вы не оказались здесь, где бы эта команда сейчас находилась? Мы не имели возможности тренироваться, все сидели по своим домам, и у нас тренировки ничего не проводится. Дети учатся дистанционно в школе, и все. Когда слышат сирены, прячутся, и никто не имеет возможности жить обычной жизнью сейчас в Украине. Как так произошло, что вы оказались здесь? Вот с чего все началось? Понятное дело, но вот сам путь каким оказался? Да, мы очень благодарны Федерации латвийского волейбола, что они предложили нашей федерации, вот, чтобы мы сюда приехали, имели возможность здесь тренироваться и вернуться к нормальной жизни. А как вы добирались до Латвии? Мы собрались все во Львове, потому что, опять же, с разных городов все девчонки. И на польской границе встретил ваш автобус. Чем занимаются девочки помимо тренировок? Чем они заняты? Ну, девчонок привычный режим, который был до этого. Мы встаем, у нас подъем, потом зарядка, потом они учатся дистанционно. Каждый заходит через интернет, через компьютер в свой класс и посещает уроки. Все по расписанию, а после у нас есть тренировка. У волейболисток, у девочек здесь нет никого из родных, близких. То есть только вы одни за ними присматриваете? Да, два тренера, но, как правило, как это происходит и всегда, мы за маму и за папу. Ну, это работа тренера всегда такая. Да, ну, конечно, девчонки скучают, есть интернет, они созваниваются с родителями. Вот. Но так как дети жили в академии, то есть они уже раньше уехали от родителей, и, возможно, им за счет этого больше привычней. Мы очень рады, что мы сейчас имеем возможность мяч держать в руках, так как мы вот месяц сидели по домам, и это уже даже очень повлияло на девочек. Мы приехали сюда, и девчонки сами как-то были насколько удивлены, как быстро это теряется. Очень долго приобретается, а теряется очень быстро. Но вы, когда сюда ехали, знали вообще, где это находится, что здесь вообще, или как-то, или просто вам сказали, поедете? Да, мы понимали, что нужно брать теплые вещи. Ну, мы собирались за полтора дня. Родители огромные молодцы, успели оформить документы, и все очень быстро. Конечно, ну, по карте мы знаем, где Латвия, но мы ни разу не были. Анастасия Котляренко работает тренером вот уже 11 лет. И, конечно же, она верит, что все скоро вернется на круги своя, что ее команда будет прогрессировать и станет основой для сборной Украины, что хозяин спортивной академии «Прометей» Владимир Дубинский, который сегодня все свои средства направляет на помощь вооруженным силам Украины, после восстановления мирной жизни снова займется спортом и своим детищем – академией, что в Латвию «Прометей», если и будет приезжать, то только на соревнования.
Мы начали работать в августе с ними. С августа они уже жили вдали от дома. Но, конечно, все безумно скучают и хотят вернуться в Украину. И мы очень благодарны за теплый прием. Действительно, очень много поддержки, заботы. Вот. Но очень хочется домой и хочется приезжать в Латвию на соревнования, в гости к вам. Планируется, что эти девчонки, которые вот здесь, будут представлять в дальнейшем сборную Украины. Сейчас им 13-14 лет? Да, девчонкам 13-14 лет. И вы собираетесь их вести, скажем так, в ближайшие годы, чтобы они подросли, да, и вот там 18, да, 19, 20 лет. Еще одна деталь, которая каждый раз бросается в глаза, общаясь с украинцами, это безмерная благодарность за столь теплый и радушный прием. Анастасия Котляренко с улыбкой на лице рассказывает, как дети местной школы приносят им каждое утро конфеты. Как они рады таким встречам. В ответ гости из Украины решили обучить детей азам волейбола. Вот это и есть настоящая дружба. У нас каждый день какие-то происходят приятности, кто-то к нам приходит. Очень много внимания нам сейчас дарят, заботы. Это очень приятно. Невероятные люди здесь, в Латвии. Мы были в Риге. Нам очень понравилось. А что, я знаю, были на волейболе, на матче отборочного турнира. Да, были на волейболе. Да. Мы поддерживали ваших ребят. Они играли против сборной Чехии. Да, вот. Конечно же, было бы ошибкой не пообщаться во время этого визита с самими девочками. Самыми смелыми оказались две Саши из Николаева и Запорожья. Таким вот искрометным получилось это экспресс-интервью. Мы обе Саши, ей 13. Нам-то 14. Да, нам-то 14. А с какого? Я из города Николаева, Саша из города Запорожья. Да. Так, расскажите, почему вы выбрали волейбол? Я ранее занималась карате, акробатикой, но потом меня отец решил привести на волейбол. Мне очень понравилось, я решила заняться этим делом, уже 7 лет занимаюсь волейболом. Не разочаровалась? Нет, совершенно. Здорово. Одни плюсы. Я тоже начинала и гимнастика, и танцы, много чего, я много чего прошла, но волейбол зашел больше всего. Я влюблена в него, по уши. У вас есть какие-то, скажем, мечты или цели, которых вы хотите достичь вообще? Ну, конечно. Как волейболист. Ну, да. Ну, мы бы хотели своей командой попасть на чемпионат Европы и выиграть. Здорово. Как у вас с учебой? С учебой нормально, мы все должны успевать, у нас это получается. Сейчас у нас учеба в дистанционном формате. У нас утром учеба, а во второй половине дня тренировка. Мы все успеваем. Да. Домашние задания тоже выполняем. Да. Понятно. Чем вы занимаетесь помимо волейбола? Вот ваш тренер мне рассказал, что вы даже маленьких детишек учите волейбол. Да. Как это происходит? Расскажите. Тут у детей тоже уроки. Мы в свободное время от своих уроков приходим и на физкультуре учим их волейбол. Там разным упражнениям. Вот, да. Ну, придумываем что-то новое. Им весело, нам тоже. Это да, опыт. Мы знакомимся, это опыт, да. Общаемся, это тоже новые интересно. Новые знакомства всегда полезны. На каком языке вы общаетесь? Ну, мы то на английском, то на русском. Многие тут понимают русский, а те, кто не понимает, мы стараемся там или показать, или как-то на английском уже объяснить. Даже если уже не получается никак, то уже жестами или как-то еще. Мне кажется, все понимают. Да. Да. Еще мне тренер подсказала, что здесь есть учитель спорта, который с вами тоже занимается. Здесь какие-то интересные занятия. Да, да, здесь есть, я так поняла, как учитель физкультуры, и она с нами проводит уроки, как танцев, можно сказать, зумба. Я думаю, вы знаете. И еще много чего. Ну, мы танцуем, как бы, тоже не очень легко, но интересно. Да, это почти как полноценная тренировка. Да. Вопрос такой. Вы здесь находитесь без своих родных и близких, да? Как поддерживаете связь? Удается мы разговариваем по телефону, по соцсетям. У нас тут нет мобильной сети, поэтому приходится по интернету общаться. Мы за них волнуемся, конечно, очень, но у них все в порядке, к счастью. Главное, что они спокойны, что у нас все в порядке. Да. Ну да, да. И они за нас не волнуются сейчас. Какие-то слова на латышском языке уже? А, да. Валдес, лабдин, лабдин, лаве. Лаве. Лаве, да. Лаббакар, да. Лаббакар. Ата. Добрый вечер. Ата и... Чао. Чао. Здорово. В Риге тоже были уже на экспрессе? Да, конечно. Один раз. Нам очень понравилось. Очень, да. Очень, очень красивый город. Церкви и соборы просто нереальные. Мы когда ходили, просто впечатление невообразимое. Да, это самый лучший день тут был. Да, мы запомнили его надолго очень. По питанию вопросы есть? Все отлично, все отлично. Замечательно. Мы в восторге, да.
как вы считаете, у вас больше таланта или трудолюбие ваш главный козырь? Мы считаем, что нас всех тут девочек собрали, у нас присутствует талант, но без трудолюбия никуда не пойдешь. Надо постоянно улучшать себя, увеличивать свой опыт. Ну да. А бывали такие моменты, когда вас заставляли тренироваться, вы не хотели? Нет. У нас желание всегда есть тренироваться. Да. Мы понимаем, на что мы идем, мы это осознанно делаем. Вы такие позитивные девочки, я смотрю, жизнерадостные. Спасибо. Хочу пожелать вам успеха, вы молодцы. Спасибо. Поэтому... И надеюсь, что вы поскорее отсюда уедете по той причине, что все закончится в Украине. Тоже. Спасибо большое. Спасибо. Мы тоже хотим поблагодарить всех за помощь. Всем, очень людей, приятно, которые нам помогают, поддерживают нас, очень приятно. Мы, если честно, такого не ожидали. Вообще. Да, здесь такие люди очень открытые, приятные, люди. Да. Вот искренне. Просто улыбка не светится. Хочется им тоже приятно делать. Да. И мы это делаем.